Всем привет! Сегодня на канале Сестренки Сол! Да. Все неправильно. Все неправильно? Как правильно? Всем привет! Вы сегодня на канале Сестренки Шоу. Вот так правильно. Мам, я уже устала дерзать. Давай. Это черепашка. И сегодня мы показываем вам черепашек неспроста. Эта черепашка нарисована маслом. Вот, и она сохла достаточно долго. Так, ну что, Мирос, ты будешь нам сегодня показывать? Черепаша! Мирося у нас известный коллекционер черепашек. У нее огромное количество черепашек. И сейчас она покажет вам свои любимые черепашки. Вот да? Это папа мне на день рождения подарил. Папа на день рождения подарил. А это водоплавающая. Водоплавающая, да. Она плавает? И она дружит со всеми черепашками. Вот с этой дружит, с этой, и с этой дружит, с этой дружит. И с вашей, и с Баском. Она со всеми дружит. Так, Мирось. У тебя, я смотрю, даже на постельном белье тут черепашки, да? Где? Вот тут. Вот черепашки, даже на постельном белье у Мирося черепашки. И где-то... И спит Мирося тоже с черепашкой, да? Да. Вот. Целая очередь. Затрылась. Посмотрите. И это еще не все. Все черепашки закончились. Нет, не закончились. У тебя есть еще черепашки в игровой. А ты можешь посчитать их, Мирось? Ой, она запрыгала. Это она, смотрите. Ого, музыкальная. Дальше один, считай. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, шестнадцать, двенадцать, тринадцать. 20, 21, 22, 23. Ну, почти, почти. А еще в кроватке 24. 24. А еще у Мирославы тут нет, музыкальная черепашка. А тут я испачкаюсь. А, ну правильно, не бери. Ты же не клади ее на пол, раз ты с ней спишь. Все правильно, Мирос. Да. А еще у Мироса есть отдельный такой вот панцирь. Мама, поможешь мне? Конечно, панцирь, помогу. Панцирь и шапочку. Так. Мирос сейчас будет настоящей черепашкой. Мама, черепашка у всех. Угу, давай. А ну-ка показывайся, покружись. Смотрите. Это моя головка, а это... Панцирь. Я и сама черепашка. Вы угадаете, где здесь Мирослава? Это не Мирослава, 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 это не Мирослава. Неужто это она? Или нет? Не могу понять. Кто же у тебя на курточке? Я прям не знаю, Мирос. У меня ни одной мысли нет, кто же там. Ну, показывай. Неужели это тоже черепашка? У меня тоже черепашка. Покажи, покажи. Водоплавающая. Покажи, покажи поближе. Тут тоже черепашка. И буковка М. Кто же эту всю очередь убирать будет? Хороший вопрос. Давай пока мы сходим в игровую и покажем еще черепашек. Давай. У Мироси еще есть вон... Подушка-черепашка. Скоро мне поменяют подушку. Я буду спать на этой. Ты хочешь спать на этой подушке ночью? Да, очень. Еще есть вот такие черепашки. Да, это черепашки из бумаги. Вы, наверное, уже догадались, что у Мироси есть и настоящая черепашка, которую... Как зовут Мирось? Ниндзя Яблочкова. Ее зовут Ниндзя Яблочкова. А фамилия у нее Чей. А отчество у нее Чеевна. Черепно? Черевна. Черевна? Да. Ой, малышка. Тебе не Мирось всегда ее очень аккуратненько берет. Мирось ее кормит все время. Я покажу витаминку. Дает витаминки. Такие витаминки. Витаминки укрепляют черепашкам панцирь. Корм для черепах с минералами для укрепления панциря. Мирося наливает черепашке воду. Это мой получерепаха-полужираф. Как это получерепаха-полужираф? Вот, смотрите, это пятнышки. Получерепаха-полужираф. И как это животное назвать получерепаха-полужираф? Черепаха-жираф. Черепаха-жираф? Ну да, неплохо. Мне понравилось.
коллекция черепашек. Слушай, не уходите никуда. Я вас буду пять. Ты что, тоже черепашка? Я не пойму. Да, тоже что, черепашка. Что это ты слишком быстрая для черепашки? Ну да, моя черепашка очень быстрая.